Минск и Москва подписали план развития сотрудничества на следующие 3 года. Мэры встретились в столице России. Сегодня Беларусь – лидер внешнеторговых партнеров Москвы. В 2018 году двусторонний оборот составил около 7 миллиардов долларов. Белорусские специалисты активно участвуют в строительстве московского метро. Отечественные технологии широко используются при возведении жилых домов в Москве. Создано совместное предприятие по производству лифтов. Мы сегодня подписали документ о сотрудничестве Москвы и Республики Беларусь, но основной частью этой работы я, безусловно, считаю наше сотрудничество, сотрудничество двух столиц. Минск и Москву связывают давнишние исторические связи, прочные, братские, огромное количество взаимодействий в области культуры, промышленности, торговли, сельского хозяйства. Нет ни одной сферы, где бы наши города не сотрудничали, сотрудничали достаточно плодотворно. Тем не менее, в сотрудничестве столиц есть немало резервов. Так мы можем поставлять в Москву от электробусов до автобусов на различном виде топлива. Кроме того, Беларусь готова участвовать в строительстве дорожных развязок, а также в московской программе по сбору и утилизации мусора.